гостя сегодняшнего дня. И поехали! Привет, старая! Старая Джипалео. Полевой старая во втором месте Доури Китон. Тут же Месси Бас. Доури Китон и старая Джи лидирует. Доури Китон выходит вперед. В левом повороте скачку ведет Доури Китон, на втором месте Старый Энерджи, на третье место выходит Мистер Патриот. 200 метров пройдено за 13,8 секунды. На четвертом месте Голден Граф. Замыкает скачку Шенди. Лидирует Доури Китон. На втором месте Старый Энерджи и Мистер Патриот. Выход на финишную прямую. Доури Китон выводит компанию на финишную прямую, Старый Энерджи вторым, Мистер Патриот третьим. 500 метров пройдено за 30,1 секунды. Доури Китон лидирует. Старый Энерджи вторым, Мистер Патриот третий. На четвертом месте поправка Голден Граф. Доури Китон отрывается от преследователей. Борьба за второе место. Большой спринтерский приз выигрывает Доури Китон. Второй финиширует Старый Энерджи в борьбе за третье. Мистер Патриот и Голден Граф.